Мир вам, братья и сестры. Предлагаю вам, да, прежде всего, прошу попросить терпения, хотя бы потому, что тема будет сегодня моя долго терпение. Поэтому давайте вместе прочитаем, что же нам Господь хочет сказать о терпении сегодня. И прочитаем мы место от Иакова, 5 глава, 7 по 11 стих. Послание Иакова, 5 глава, 7 стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Пример за злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Аминь». Итак, человеку, безусловно, прежде всего для спасения нужна вера в Иисуса Христа. Чтобы наследовать жизнь вечную, это наша основа. Написано, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которого надлежало бы нам спастись. Это неоспоримый факт. Да и аминь. Но у того человека, у которого жизнь продолжается после его покаяния, наступает еще и время испытания. Испытывается наша вера, испытывается насколько действительно наша вера, насколько мы верны Богу, насколько любим Бога. И пока мы живем на Земле, все еще может поменяться. Более человека, она не обрубается после того, как мы покаялись. Всегда еще есть за нами выбор. Ну и для того, чтобы продолжать свой путь на этой земле, нам необходимо такое качество, как долго терпение. Если терпения у человека нет, то он просто долго не протянет. Быстро тогда начинают падать руки у человека, Быстрый энтузиазм проходит в этой жизни, когда жизнь полна испытаний, полна проблем, полна искушений, но идти-то нужно дальше. Причем идти нужно к Богу, а для этого не просто нужно терпение. В Писании говорит, что нам нужно долго терпение. Зная все это, иаков, конечно, нам сегодня так и сказал, сказал: "Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Итак, давайте посмотрим, какие же аргументы приводит Яков, для того, чтобы нас убедить, быть более долготерпеливыми. Так, первое, Он напоминает нам, что мы долготерпеть мы должны, потому что знаем, что все равно, скоро все закончится. Скоро будет пришествие Христа, говорит Иаков, скоро придет конец нашим проблемам нашим переживаниям, нашим страданиям, будет пришествие Иисуса Христа. Или мы рано умрем, раньше умрем. Рано или поздно все-таки все закончится, говорит Иаков. Всему есть свой предел. И вера в это должна и побуждать нас к долготерпению. Ведь Господь, Он поставил преграды и пределы всем испытаниям, которые мы сегодня с вами испытываем. Посмотрите, как 1 Коринфянам 10.13 написано, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог» который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Но здесь важно всегда помнить, что искушение – это одно и то же слово переводится, как и испытание. Это взаимозаменяемые слова, то есть апостол Павел говорит нам тут, что неважно, что бы вы ни приходили, какие бы испытания у вас не были, всегда Господь не даст больше, чем вы можете это перенести. Если Господь все-таки допускает в нашей жизни какие-то испытания, то Он знает, что у нас будут силы пройти, конечно, вместе с Ним. И это и это обещание Господа, я думаю, особо должно одобрять каждого из нас, когда мы действительно встречаемся с нашими испытаниями. Но для этого Господь говорит, долго терпите. Без Него никак. Это напоминает мне картину, которую, я думаю, каждый из вас когда-то видел, когда какой-то человек проходит с одной горовы, горы на другую, и вот проходит под, по такому канату. И вот, знаете, он, он пытается э, пройти с помощью палки. И вот эта палка, э, да, вера, это, конечно, это канат, по которому нам никак не пройти. Но вот эта палка, это вот тот стабилизатор, который Господь, это вот, вот это долготерпение, которое Господь дает нам в нашу жизнь, для того, чтобы мы смогли пройти дальше для того, чтобы мы смогли дойти до конца. Долготерпение действительно ⁇ это наш стабилизатор, который стабилизирует наши эмоции, а нам это часто нужно, который стабилизирует наши слова, наши решения и нашу душу во время бури. Господь нас призывает сегодня быть уравновешенными людьми, которые, которых очень будет тяжело возмутить, тяжело обидеть, которых тяжело будет сбить с пути, у которых также не зашкаливают эмоции, который может контролировать все-таки свой язык, когда бушует вокруг, он тоже остается спокойным. Нам нужен этот стабилизатор в нашей жизни. Это поможет нам Господь иметь это долготерпение. И следующая причина, почему христианам нам нужно... Почему Яков говорит, что нам нужно иметь долготерпение? Потому что очень просто. Без него не достичь Царствия Небесного. Апостол Яков пишет, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до конца, до пришествия Господня». И продолжает, «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Яков здесь проводит очень интересную параллель показывая на примере земледелия, что вот фермер, он имеет определенную цель – дождаться того плода, ради чего он готов ждать и терпеть, и готов переживать разную погоду, разные условия, чтобы дождаться того плода в конце сезона. Так и вы, говорит Иаков, хотите дождаться пришествия Господня? Хотите вообще дойти до Царства Небесного, Значит, долготерпить. Долготерпите и вы. И все ради этой цели, ради Господа, ради того, чтобы дойти до конца этого земного пути и дойти до Христа. Иметь долготерпение, долго, долго поэтому действительно жизненно важного для каждого христианина. Не знаю, как вы, но мне кажется, мое личное терпение постоянно испытывается обстоятельством всегда находятся какие-то обстоятельства, которые заставляют мое терпение накалить, пошатать, разболтать. И, к сожалению, бывает наше долготерпение очень короткое. А человек без терпения – это все равно, что как машина без тормозов. Мы нуждаемся. Мы нуждаемся в Божьей помощи, чтобы Господь помог нам выработать вот это долготерпение Господь сам долготерпелив это это в Писании очень много раз звучит мы мы читаем Господь долготерпелив и милостив много много раз повторяется и Он желает чтобы мы неважно в каких обстоятельствах бы мы не были бы, чтобы мы также долготерпели и посмотрите в Луки 21:19 Он пишет терпением вашим спасайте души ваши нам нужно долготерпение чтобы спастись. Мы должны терпеть, ну, потому что это хотя бы неотъемлемая часть нашей жизни. Каждого из нас Господь хочет научить долготерпению. Мы не первые. Мы не первые, кто проходит какие-то трудности. Да, Господь использует трудности для поучения для нас в долготерпении. Но Яков говорит, возьмите пророка в себе в пример и долготерпите также. Причем Яков нас остерегает, чтобы вот мы не жаловались на жизнь в тот момент, когда ну, не все так гладко в нашей жизни. Он пишет, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными, вот судья стоит у дверей. И посмотрите, это все в контексте долготерпения. Не жалуйтесь, братья, не ропщите, братья, говорит он, чтобы не быть осужденными. Эти слова не просто вырваны из контекста. Он тут однозначно подчеркивает, братья, или все верующие, или все христиане, хотите не быть осужденным на своем пути, будьте осторожны, долго терпите. Недостаточно просто стать на путь истины, надо еще и дойти до конца, говорит Яков. И он продолжает говорить... В 11 стихе, вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь вел весьма милосерд и сострадатель. Яков обращает внимание на долготерпение Иова, потому что у него, ну чему-чему, но ну терпению точно есть поучиться. Иову пришлось... Ну, перетерпеть, если не самые страшные переживания, а такие были у Христа, но точно одни из самых страшных для людей тут на земле. И представьте себе, если было бы у Его во все, все качества, но вот только терпения бы не было бы. Как вы думали бы, сделал бы Он те решения, которые бы Он сделал в своей жизни? Стал бы Он бы героем в нашей жизни, каким Он стал? И я думаю, нет. Без терпения пережить такие обстоятельства, это просто невозможно. Без терпения невозможно потерять детей, всех детей одновременно, и сразу потерять здоровье, и сразу потерять все имущество. И все это буквально за считанные дни, и потом еще сказать такое, как сказал Иов. Как сказал Иов в 1 главе 21 стих, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак я возвращусь, Господь дал». Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Какие уравновешенные слова, какие слова сказаны с таким долготерпением, какое удивительное проявление терпения! Яков напоминает нам про конец Иова, Иов прошел свой путь терпеливо до конца. Проходим ли мы свой путь с долготерпением? Терпение нам надо иметь в разных обстоятельствах. Обстоятельства бывают действительно очень разные. Написано в Римлянам 12.2 «Утешайтесь надеждою в скорби, будьте терпеливы». Павел призывает всех христиан быть во время скорби терпеливы. Терпеливы мы бы должны также и по отношению к людям. Когда апостол Павел описывал христианскую любовь, и вообще любовь он описывал, он 1 Коринфянам 13.4, он говорит «любовь, долготерпит. Это первое, что он поставил. Любовь долготерпит. А долготерпит она к кому? К другим людям. Терпение это и есть. Вот это проявление любви к людям. И к чему призывает сегодня нас Господь. Итак, каждый духовный человек, рожденный свыше человек, будет стремиться к долготерпению. Мы не рождаемся с долготерпением. Если у человека возрожд... может быть, возрожденное какое-то терпение и есть, но это очень кратковременное терпение. Это не долготерпение, а источником долготерпения является Господь. Мы читаем в Галатам 5.22, написано о плодах Духа Святого. И посмотрите, как там сказано, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. Долготерпение – это плод Святого Духа, который живет в нас. Поэтому долготерпение вырабатывается, конечно же, и нашим трудом, но только с Божьей помощью. Если ты рожденный свыше человек, ты будешь стремиться к долготерпению. Кто желает увидеть Царствие Небесного, желай и терпения. Если я рожденный свыше человек, я все буду для того, чтобы больше быть похожи на Иисуса Христа, потому что самый лучший пример долготерпения показал Христос. Это мы видим Евреям, 12 глава. Написано так, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запоминающий нас грех, и с терпением будем проходить пролежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший пострамление и восел на одесную престола Божье, и продолжает помыслить и о претерпевшем такое над собой поругание от поругает грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Итак, когда нам становится трудно терпеть, будем вспоминать других, кому не так легко, кто тяжело проходит тяжелую жизнь, тяжелые испытания, но терпит. Будем вспоминать тех пророков, пророка Иова, который описан в Писании, который тоже было очень тяжело, но они терпели. И прежде всего будем вспоминать Христа, который перетерпел больше всех и остался верным, для того, чтобы наши души были не ослабели и были спасены. Аминь. Поможет нам Господь. Помолимся.